Сегодня состоится торжественная церемония вступления в должность избранного губернатора Ульяновской области Алексея Русских. Мероприятие пройдет во Дворце дружбы народов «Губернаторский». Алексей Русских принесет присягу, следом ему будет вручен знак губернатора Ульяновской области и штандарт главы региона. Инаугурацию также посетит полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Начало торжественной церемонии в 13 часов. Напомню, что на выборах губернатора Ульяновской области Алексей Русских набрал 83,16% голосов при явке 45,36% избирателей.